Ребят, всем привет. В общем, сегодня приехал, ну как приехал, привезли вот такой вот корейчик, то ли Дайлим, то ли Делим, как-то так он называется, S5. В общем, у него замена поршневой, башка уже стоит с Dio F18, поршневая, я не знаю, цилиндр вроде как похож на родной, может быть, с какой-то Сузуки там, хрен его знает. В общем, сейчас будем разбираться, состояние этого цилиндра, ну, так себе, так же, как и поршни, не айс. В общем, ребята, вот это вот поршенечек, похож на Dio поршень, так же, как и игольчатый сепаратор. А цилиндр, ну, вот такой вот, он весь там тоже задратый. То есть, по сути дела, ему плохо. Особенно с вот этой вот стороны. Ну, а это все. Всем спасибо. Всем пока-пока.